Пленительные виды и вся палитра красок закатов, рассветов, неба, рек, озер и лесов. На пейзажных снимках школьников изображена вся красота и живописность уголков Синёкой. Выставка объединила 91 работу юных фотохудожников, понимающих и знающих природу. Они показали Беларусь, какую видят и любят ее, такой домашней и такой прекрасной. Мне просто стало очень интересно фотографировать, так как у меня появился новый телефон и вот вся эта отличная камера. Мне очень нравится наблюдать за людьми, смотреть на растения. И вот подчеркиваю для себя что-то важное из этого и зафотографировать. Сказать, что на открытии вернисажа было многолюдно, не сказать ничего. В Брестском областном краеведческом музее, где распахнула свои двери для всех желающих фотовыставка «Мир через объектив», буквально яблоку негде было упасть. С удовольствием и особым интересом представленные снимки молодых фотолюбителей рассматривали не только сверстники, но и мэтры. Ребята с удовольствием принимают участие в этом конкурсе, и с каждым годом работы все лучше и лучше. То есть ребята показывают свой профессионализм, неравнодушие к такому виду творчества. То есть видно, что ребята где-то занимаются профессионально, где-то в фотокружках, в фотостудиях, но и обрабатывают уже фотографии профессионально. Фотохудожники объясняют свое рвение к этому виду творчества легко. Они просто находятся в постоянном поиске того, что потеряли в суете привычных дел взрослые. Искусствоведы фотодела, жюри при оценке учитывали не только художественные и технические качества фотоснимка, но и раскрытие темы и, конечно, оригинальность сюжета. Мне очень нравится, что молодежь, вот школьники, смотрят на мир через объектив фотоаппарата. И есть очень много красивых и удачных фотографий. Это прекрасно, что они заняты вот таким творчеством. В рамках мероприятия прошло награждение победителей дипломами городского отдела образования, спорта и туризма в номинациях «Объект природы», «Фоторепортаж», «Пейзаж», «Макросъемка» и «Мой любимый уголок Бреста».